Твери на время торжества в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана перекроют театральную площадь. Движение и парковка здесь будут запрещены почти на сутки. Припарковаться и проехать по ней будет нельзя с 11 часов вечера 12 февраля до 9 вечера 13 февраля. Водителям необходимо заранее продумывать свой маршрут. Кроме того, 13 февраля в 11 часов в Твери на Краснофлотской набережной пройдет торжественный митинг, церемония возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам.